Вот на этом участке мне рассказала соседка, вот какой тут ужас творится. Вон там сидит кошка. Вон. Но кошка, я не знаю, может, не их. Короче, хозяева алкашня, которые собирают собак. У них вот летом было вот щеночек где-то там грызет. Вон он. Вырос, был щеночек, сейчас уже подросток. Значит, и была собака женского пола еще неделю назад. Она была, по-моему, беременная. И она беременная пролезла вот в это отверстие длиной меньше 20, ну, в районе 20 сантиметров. Как она это сделала, не знаю. Сейчас она исчезла у них. Была вроде все лето. И появился новый кобель, которого они посадили на цепь. По-моему, это кобель. Очень худой. Я ему сейчас докинула две кости. Так вот, соседка, кисушечка. Соседка, вот кошка еще. Не знаю, их, не их. Так, ну-ка, не вздумай. Тут еще соседка. Соседка сказала, что они не появляются. Не вздумай, я тебе сказала, уйди. Уйди. Чего тебе надо? На кошку реагируют. Они не появляются. Вот так вот оставляют собак. И они выживают только благодаря ей. То есть она их кормит. Вот что с ними делать? Никакого права на таких людей нет. Они еще нашли нового пса. Его посадили, значит, на цепь. И он там один скелет, ну, я не знаю, не особо прям скелет, но худой очень. Вот что с ними делать? И как каждый раз, когда я бываю по выходным у них, значит, у них, уйди, у них, это самое, замок на заборе. Вот. Не знаю. Ничего не сделаешь.